Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Мишка и Юля. Всем привет. Мы продолжаем смотреть кооперативные игры, и сейчас игрушка под названием Клуббери или Клодбери, неправильно, не знаю. Клуббери Кингдом. Да, вот Юля меня тоже, может, неправильно поправила. Да какая разница, да, в общем? Да. В общем, это хардкорный такой платформер, где можно играть до четверых компании, игроков. Да. Нас двое, поэтому играть мы будем, очевидно, вдвоем. Да, только сразу то, что только с геймпадом можно. Возможно, да. Я не проверял с клавиатуры. В общем, здесь есть кастомизация персов. Сейчас мы пакет. Фига. Пакет. Шахтер. А, вот, я человек-пакет, ты человек-тыква. Что еще нужно? В общем, по сути, здесь несколько режимов. Один из них аркадный, в котором куча модов, где можно гравитации, всякие прыгучим быть. Вот, у нас открыт пока что классический и буквально первые 50 уровней. Но мы буквально побегаем и еще покажем другие режимы. Да-да-да. Уровни каждый раз генерируются по-новому. Ну что, поехали, что сопля? Опа, то есть ты ее напрыгнула, убила? В общем, нам нужно... Один раз умерли, все, добегает все. Другой. Ну я тебе дорогу протолкнула. Протолкнула она. Поначалу миссии не такие сложные, но дальше, как я сказал, будет хардкор. Это реально так, даже в первой заставке. Ты, может, подождешь, жопа? Я жду тебя, я жду. Хотя, в принципе, какая разница? Блин, твоей рожей закрыл дверь. Все. Пока, пукан. Нет, я человек-пакет. Ты на нее можешь напрыгивать, на эту мушку. На муху я знаю, и как бы перепрыгнуть эту. Да. Так, сколько мы здесь прыжков сделаем? Вот давай до 10 уровней, потом посмотрим другие режимы. Что-то как странно тут. Легко, что ли? Ну да. Ну, вообще-то они в различных местах открываются. Не жди меня. Ботаники какие-то. Ого, они в разные стороны отталкиваются. Да. Я допрыгнул. Давай, 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 давай. Быстрее за мной, быстрее. Я тебя научу правильно себя вести. Черт! Ух ты, ух ты. Прямо у финиша. Красота. Смотрите, какие тут уровни. Здесь вообще симпатично все. О, мне дали одну жизнь. У нас что, ограниченная жизнь? Ща, погоди. Да ну тебя нафиг, тыква, ты вообще бездельная. Я почти все кристаллы собрал на уровне. Черная тыква, давай. Оу, я сгорел. Как в Марио в этом. Я жива, ес. Кто тут? Я. Опять же, вот реально в Марио просто в первом Супер Марио Брос эти есть такие же платформы. Нет! Прощайте. Блин, она вниз уезжала. Да ты что? Да ты что? Ну тут некоторые вверх, а некоторые вниз. Так. Облачка, что? На них как-то застреваешь. Они мне напоминают какой-то, не знаю, йогурт. Или мороженое. Или варежку. Варежку. Эй! Да. Нет! Прощай. Ну блин! Чё ты... Эй! Прощай, всё. Пипец, откуда? Я даже не видел, что там платформа всё. Находится. Это... Всё! Да-да-да, дойди сначала еще. Давай, всё. Не оправдывайся. Ах, ты всё! Жадный. Понял. Ты просто уровень простой. О-о-о-о. Ничего не знаю. Всё, давай. Давай последний уровень, проходи, посмотрим другие режимы. Молодца. Все. Вот так. Учись. Все, профессионал. Нет. Ты заигрался. Я только вошла. Так, ладно, посмотрим другие аркады. Есть повесть. Это, по сути дела, у нас прохождение игры. То есть, есть еще сюжет. Это очень круто, на самом деле. Вот, 7 глав. И последний из них мазохист. Вот, здесь есть заставки, но мы их показывать, в принципе, не будем. Слушай, а почему с третьего уровня? А неважно, мы, видать, немножко уже играли, правильно? Я умерла, прикинь. Я просто... На эту мушку напрыгнула. Извините, я хочу сделать вот так, вы не будете против? Я хотел просто показать, что здесь есть мувики всякие. А-а-а. То есть есть сюжет, и здесь это как бы целое вот, видишь... повествование есть. Король Гоблер какой-то здесь. Ты что, Гоблер? Гоблер? Не, я думала, название связано как-то, типа его королевство. Уж название-то игры забыл. Ладно, пошли. Клаубери Киндом, по-моему. А, какая ты умная. Какая ты умная. Посмотрим, какая ты прыгучая. Прощай. Ну погоди! Я ухожу. Ах ты, пёс. Опа, муха моя. Ах ты почему-то... Без мухи никак. А, блин. А, блин. Давай, я первый. Давай, жду, жду, жду. Давай, пошла. Да а, слушай, она на двоих остается, по сути дела, муха. Ну давай, по классике до 10 уровня и все. Давай, 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 быстрее, 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 я тебя жду, я тебя жду. Я иду, да блин, что перед моей рожей? Закрыть, нет! В этом королевстве должен быть только пакет, тыквы здесь места нет. Тыква, хуйква, скажу без мата. Давай. Давай, 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 сейчас, быстрее! Погоди. Быстрее! Пойдем. Да блин!
Все двери передо мной закрываются. Так потому что ты страшный тыкву. Я свою страхоту спрятал за пакетом. Ты что не смотришь, куда идешь? Тут туперня. Блин, а я не знал, что они убивают. Тебе нравятся на одни и те же градусы. А ты думал, ты что, дискотека, что ли, началась? Да-да, а я думала, мало ли. Ну ладно, хадыш, хотя тебя и нет. А-а-а, сгорел. Да, быстрее. Да не могу я быстрее, чтоб тебя спалило нахер. Да фиг тебе с маком. О-о-о, что за вес? Эх ты, я тебя спас, ты мне должна. Чё тебе не должна? Вот так. Ну ты жаба, вообще. Я больше с тобой играть не буду. Слушай, здесь нагибаться можно? Блин. Ну давай, давай. Да, конечно. Ты думал, тебя это спасет? А, это еще контрольный пункт. Знаешь, что будет в конце? И сдохло. О, мы прошли уровень. Как раз. А мы что, заигрались дальше? Да. Ну, в общем, смотрите, это, в принципе... О, двойной прыжок, здесь другие режимы. Круто, блин, хотя бы посмотреть. Эй, а чё я нажал потом один раз, можно только двойной прыжок? Ну как? Чё на меня напрыгнул? После того, как приземлишься, можно... Ещё раз? Я что-то попробовала. О, здесь стена еще. Гони, гони быстрей. Я тебе говорю, это муха, она как-то прям... Она падла, а не муха. Надо на неё так. Надо не... не закрывай, нет! Все! Вопси, 13 уровень. Давай последний уровень, да, покажем потом свободный режим. Здесь уже чуть-чуть усложняется, я смотрю. Блин. О, ты, вот это мастер. Нет. Ты же в платформе не умеешь играть. Какого черта сейчас не происходит? Знаю. Оп. Да собака, зачем ты эту муху? Давай, бери кэшку. Не знаю. О, человек, пакет. Ой. Ой-ой-ой. Такой черный ангел тут. Юль, ходыш. Да блин, Все, успокоились. Ладно, клёвый, покажем. Очень клёвый. Последняя свободная игра, покажем, что такое. Дай-ка я вот кого-нибудь счёт. Давай на счёт 5. Вот закрой глаза, и кто у тебя получится наугад. Давай, закрывай глаза и наугад. Нет, ты не готов, а наугад выбери. Какая же ты тугая, Юль. Жми, закрывай глаза 5 раз. Так, и посмотрим, кто у тебя получится. Куда? Давай. А куда жми, давай, жми просто А. Ну все, короче, ты настолько это... Блин. Тебе нужно да было ну, смотреть. Вот так, закрывай глаза, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. А я все равно выбрала. Ну давай, давай, мы будем бородатые какие-то. Я какой-то стрёмный мужик. В общем, непонятный. Что здесь? Здесь можно выбрать любую местность. Какую? Давай возьмем, например... Замок. Замок, хорошо. Классика, банжи, вот у нас есть какая-то еще стена. Давай возьмем стена. Герои классические, джетмен. Можно ему что угодно. Боб малютка. Прикольно. Ого, космическое. Давай с колесом. Давай посмотрим с колесом и космическая работа. Давай. Сложность. Вот давай сделаем ради интереса. Вот просто жестоко. Что такое жесток здесь? Я даже... А длительность мы сделаем короткую. Боюсь просто так, представить. Так, мы колесо. Это вообще... Оп. Как здесь можно вообще что-то пройти? А почему мы умираем? Я вот не вижу просто. Да блин, мы почему умираем? Ты много знаешь ли причин. Не, то что колесо, это... Я стену зря поставил, то есть тут вообще... Блин, это просто, представляю. Не, ну надо было же показать. Это какие яйца должны Всё. Быть? Насколько стальные? Погоди, можно ли тут что-то покинуть уровень? Да, давай еще раз посмотрим. Космический корабль, ну уж это, неприятно. Ну. Буквально неприятно, и сделаем просто это, классику и море. Так. Я не знаю, как можно пройти было. Давай посмотрим, что такое корабли? Ого! Эй, стой. Корабли, Юль. А я каким? Ящик, ты белый. Да? Мы стрелять, что ли, можем, или что? Мы замедляться можем на X и на А ускоряться. Угу. Ого. Да, блин, я почти прошел. Да ты опять стукнул. Какая-то. Блин, я пройду, я обещаю. Все, я прошел. Я молодец. Так, ну все, по сути дела, наверное. Да? Тут много чего можно поиздеваться над самим собой. Игрушка прикольная. Вообще, Cloudberry Kingdom называется. Да-да-да. Обязательно. Я думаю, многие о ней знают, а кто не знает, будет знать. Ё-моё. Так что берите. Правда, геймпад, возможно, понадобится. В общем, все. Ссылка будет. Да, всем хорошего настроения, всем да, пока. Да, чпоки, обе щеки.
Пока. Какие щеки.